Движение автомобилей на трассе Усть-Каменогорск-Алматы частично восстановлено. Расчищена одна полоса. Ранее об этом сообщили представители ДЧС региона, а после и на брифинге в столице. Как сейчас обстоят дела на еще недавно заснеженном отрезке дороги, знает Марк Брюшко. К обеду люди и транспорт смогли покинуть место затора на заснеженном участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Сейчас дорога частично открыта, однако выезжать куда-то автолюбителям пока не советуют. На ней продолжаются работы по расчистке снега. Такую информацию предоставили на брифинге в комитете ПЧС в столице. Все люди, которые были эвакуированы, были доставлены в свои транспортные средства и дальше направлены были по своему направлению. В принципе, сейчас там никого нет и пострадавших нет. В принципе, дорога чиста. Участок дороги в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области накануне закрыли из-за сильной метели. Из погодной западни не могли выбраться более 700 человек и десятки автомобилей. События развивались стремительно. В ближайших населенных пунктах, селах Таскескен и Урджар были организованы пункты обогрева. Людей обеспечивали горячим питанием. В расчистке дорог задействовали тяжелую технику. От снега освободили одну полосу. Грузовые автомобили уже начали движение уже в сторону Аягуза, в сторону Алматы. Там на дороге сейчас идет работы по расширению дороги. А также вот на дороге остались несколько единиц техники, которые были брошены хозяевами, но они уже подъезжают, заводят. Погода продолжает преподносить сюрпризы. Из-за сильных метелей с порывами ветра до 20 метров в секунду в этом же регионе в районе Алтая сегодня отменили занятия в школах с 1 по 4 классы первой смены. Вместе с тем синоптики сообщают, что в ближайшие дни ожидается небольшое потепление и снегопад. В горных районах возможен сход лавин. Марк Брюшко, Вячеслав Ветлугин, Адильгазит Улемис, Хабар-24, Восточный Казахстан, Астана.